Всем привет, с вами компания «Мужские игры», город Челябинск, техника для увлеченных. И сегодня у нас короткое видео про новиночку от компании «Патриот», наша российская компания. Сегодня у нас на обзоре лебедка ручная, якорная. Давайте посмотрим, я уже распаковал, так как одной рукой неудобно и распаковывать, и снимать. Вот что у нас в комплекте, значит, небольшая инструкция, паспорт ОТК. Все нормально. Это значит комплект крепления к лодке ПВХ. Это вот так она выглядит на самом деле. Это для лодки ПВХ, для надувной лодки. Эти пятаки клеятся. Клей в комплекте не идет, к сожалению. Это роульс. Это установочная у нас платформа крепежная. И это значит сам механизм. Механизм у нас функция самосброса. Это комплект креплений. Так, еще раз повторю, с функцией самосброса, то есть вы, нажав вот на эту вот педальку, или как назвать ее, на эту планочку, у вас якорь полетел вниз. А так, вам не будет доставлять какого-то особого труда, вращая, как говорится, вращайте барабан, вращая вот данное устройство, поднять или опустить лодку. Очень, мне кажется, интересная позиция для тех, у кого спина больная, там, кто хочет разгрузить себе спину, руки и так далее, кому уже тяжело якорь поднимать или спускать. Очень даже, мне кажется, интересно. Значит, сама якорная эта лебедка выполнена качественно. Это металл, это не нержавейка, это окрашенный металл. Мне кажется, прослужит она нормально, если, конечно, не в соленой воде. Что все выполнено, в общем-то, добротно. Крепеж, насколько я вижу, нержавейка. Но это надо проверять, это не точно. Ну так, очень интересная такая штука. Российское производство, как говорится, поддержим отечественного производителя. Звоните, заказывайте, заходите на сайт. Всем всего доброго, 7 футов под килем. До свидания.